Сразу влиться в рабочий ритм удалось не всем. Некоторые позволили себе опоздать, иные рассыпались в комплиментах к внешности. А есть и те, кто игриво подмигивал по пути к президенту Токаеву. Как прошли церемонии встреч президентов и кто задержал саммит на 15 минут? Детали далее. Беларусь, республика сын президента Александр Лукашенко. В отличие от своих коллег, Александр Лукашенко был в приподнятом настроении. А почему бы и нет? Ведь Беларусь присоединилась к большому шанхайскому семейству. Душевное состояние президента Беларуси заметили практически все. Уже на полях саммита глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ему комплимент, отмечая хорошую форму белорусского лидера. Я вижу, у вас хорошая форма. Стараюсь. Нам другого не остается. Встреча лидеров проходила в столичном дворце независимости. Наш президент с привычной пунктуальностью встречал своих коллег. Однако мероприятие все равно началось на 15 минут позже. Все дело в том, что главы России и Китая опоздали. Сначала задержался Владимир Путин, а вот самым последним приехал Си Цзиньпин. При встрече с Токаевым они обменялись рукопожатиями и заговорили по-свойски, на китайском. Саммит завершен, однако работы все еще остается много. За время председательства Казахстана удалось воплотить все поставленные цели и задачи, отмечают эксперты. Жанат Турсынов, Атамекен Бизнес.